Завтрак готов. А вы что, уходите? Тебя это удивляет? Я еду на работу. О, вовсе нет. Я так рада. Принеси-ка мне чаю. Несу. Как же славно. Мы запускаем проект по строительству многоквартирных домов в Алма-Ате. О, отлично. Кто будет его вести? Бену Ханым. Хорошо. Как она? Пришла в себя после пожара? Да, Йилчин, вполне. У нее новая квартира. Завтра она примется за работу над проектом, сформирует команду. Вот и хорошо. Я так рад, а то мы все очень соскучились по Бену. Тебе еще долго придется скучать по ней, дорогой Йилчин. Почему? Тебе известно, что завтра ты летишь в Алма-Ате. Вот это да! Давненько я никуда не летал. Детали обсудим с тобой попозже. Уважаемые коллеги, информация по проекту перед вами. Предлагаю быстренько с ней ознакомиться. Проект довольно объемный. Он предполагает строительство 5500 жилых объектов различных типов и назначения, в том числе 650 вилл и 50 блочных домов. Добро пожаловать, Анарбей. Благодарю. Для меня есть почта? Пришло несколько писем, я положила их вам на стол. Спасибо. Керембей у себя? Нет, в данный момент он на совещании. На каком совещании? Керембей рассказывает коллегам о проекте по строительству жилых зданий в Алма-Ате. А, строительство многоквартирных домов. Именно. Пожалуйста, отнесите это в мой кабинет. Разумеется. Как только Йилчин вернется, нам необходимо будет провести еще одно совещание. К тому времени Бену уже будет с нами, и мы сможем разобрать проект поподробнее. Здравствуйте, коллеги. О, добро пожаловать, Анур. Добро пожаловать. Спасибо. Итак, какой проект обсуждаем? Проект по строительству многоквартирных домов в Алма-Ате. Выходит, алматинский проект, да? Начинаем новое большое дело, Анур. Представляю, сколько о нем будут говорить, какой шум поднимут. Именно это Беньяпе и нужно, Йилчин. Большие корпорации, большие дела. Ну что ж, коллеги, на этом совещание окончено. Более подробную информацию вам сообщат в течение дня. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Почему я ничего не знаю об этом проекте, Керем? А мы должны уведомлять друг друга обо всех проектах. Но раньше так и было. А теперь будет по-другому. Керем, что происходит? Ничего. Беньепе продолжает свое существование. Мы так будем дальше работать? Угу, именно. И как мы будем общаться? А ты не догадываешься? В официальной форме. То есть? Ты хочешь сказать, что отныне мы не друзья?